Так, ставлю рыбу. Ну слегка это с ловушек выбегать сможешь? Так, тебе надо будет снимать еще с исступления с шаркающих. На связи ты тут. Фласки в третьей ячейке. Да. Ладно, похуй, давай выпнемся все равно. Люди пришли в рейд, присумунились и ушли в ФК. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам и будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои, пока! Че, прыгаем, да? Нахуя? Играйте, блядь. Пробегаем. Почему в рейде диспелим? Охуеть, Войд, здорово. Как ты так играешь? Это ж пиздец, порча глаз, блядь. Пробегаем, ловушка. Подъебало, не вставайте шаркающего. Или вы чё? Не понимаете? Диспельте, встаньте к жопе этого. Все, улетели нахуй. Спекайся, рарник, в танка. Прыгайте быстрее с платформы.
привело тебя сюда? Когда ложимся, сразу с платформы спрыгивайте, чтобы быстрее было. Времени не так много. Тебе сказали же, 5 минут есть. На 5 минут отходил. Ну, уже нету. А это ГП за опоздание? Нет. Тыкайте. Ну, 24, да, бьем? Угу. А кто этого держит? Рарник. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что там. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои, в атаку! 5, 4, 3, 2, 1. Так, ловушка сейчас будет, секунда, побегаем. Чума с ловушкой сейчас будет, 2 секунды. Долго выходишь, долго. Ловушка, секунда. Чума вреди где-то. Смотри, ищи вурдалака с чумой. Следующая чума с ловушкой. Одновременно. 2 секунды. Стойте так, чтобы вам недалеко было добежать до шаркающего. Ловушка, секунда. Подбегаем. Шаркающий возле лича. Чума с ловушкой одновременно будет. Призм. Кто-то не убежал? Прыгайте вниз. А мне-то за что? Стояли дальше, чем надо. Я посмотрел, 3 человека сдохли, это от ловушки, а улетело вроде больше, 4, или мне показалось. Прием, слышно, нет? Слышно?
Три человека сдохли, это от ловушки, правильно? Ладно, можете молчать, похуй. Ну, наступить мог только один. Мне похуй. Кто сдох от ловушки, кто улетел от нее, тот ГП будет получать. Для этого я пробегаю дальше. Хотите стоять рядом с ловушкой, стойте. То, что вы сдохли, в минус 3 мы бить дальше не сможем. Говорил вчера тактику посмотреть. Там, наверное, нигде в тактике не пишется, как отбегать от ловушки, какой у нее радиус взрыва. Отбегайте дальше. Кто взорвал, можешь плюсик поставить. Если не будет плюсика, будет троим, значит, кто сдох. Да я что-то не вижу, что у тебя ловушка. А, вот ловушка взрывная. А кому я давал? Да, злобный Геншин Седжу. По 50 метров. 50 метров это вот радиус, диаметр этого кольца. Алла, мы когда свой дом видим, ловушки ставили впритык друг к другу. А тут между ловушками, я не знаю, там по 6 человек может встать в ряд. Просто на кого последнюю метку кинулось, он стоял намного дальше, чем надо. Ну вы отбежали, сгруппируйтесь потом. Меня крашнуло, подождите, перезахожу. Да ёбаный ты в рот, говно тупое, блядь. Если вы даже от первой далеко убежали, потом опять сгруппируйтесь. Я вам скажу одно нахуй. Если какой-то из вас сейчас играет без ДБМа и не видит, когда и что, блядь, по секундам появляется, то самое хуёвое слово ещё не придумали, нахуй, для этого, блядь. Каждый из вас должен это видеть, нахуй. Я не попка-попугай. Меня на пару траев хватит. 2, 3, 4, 10 там траев. Пиздеть вам каждую секунду. Какая залупа, блядь, от какой залупы в какую сторону отбегать, нахуй. Если вы не будете учиться самостоятельно это говнище все смотреть, то пизда будет, нахуй. Просто будет развал, нахуй. И будем сидеть в обычках, нахуй. Так что берите, включайте свои ДБМы, мозг свой активизируйте, нахуй. Тут бить нехуй, тут 15 минут надо посмотреть в ебучий экран, блядь. И будет счастье, нахуй. Выбирайте, блядь. Рыба вот стоит. Запускаю. После трая не отходим. Если отходим, говорим. Быстро бафаемся. Бафаться надо за 2-3 минуты, блядь. Упали, спрыгнули с платформы. 2-3 минуты уже, блядь, поезд запускаем заново. Кто тактику не знает, блядь, исправить за неделю. Чтобы, блядь, досконально каждую способность знали. Посмотреть видео с этого сервера, с X2, с циркуля, первое в мире убийство и так далее. Три дня на целка 25 нер, это залупа полная. Припоты с пула и припоты в конце там. 4, 3, 2,
Ловушка 2 секунды. Пробегаем. Ловушки каждые 15 секунд. Если лич кастует вызов вордалака, это не значит, что надо стоять рядом с ним в ловушке. Ловушка секунда с чумой вместе. Пробегаем, притон чума. Дегенераты, блять. Сейчас я посмотрю, кто сдох. Я сдох, но я не взрывал, я стоял в толпе. Меня это не интересует. Прыгаем, получается. Теперь прыгаем. Какая-то странная смерть была, типа вроде все отбежали, а потом как будто кто-то обратно зашел туда. По видео будете смотреть потом. Заходим. Вы, ну... Так, сколько я там? 4? А, вот 5. Угу. Вот там, блядь, ПТПС-а. Чё? Я вообще, ну, блядь, короче, как только все улетели, через секунды 2-3 подбежал, улетел. Можешь по видео посмотреть. Тут специально, типа, сдох, да? Ну, да, после да, того, как улетело. ПС-а тоже. Ну, он, типа, это, специально зашел уже. Ну, сказал. Конечно, там уже пиздец был. Там все улетели. Хорошо, ну, пока я не увижу, кто умер, не делайте так. Добро. То вы мне честно скажите, вы вообще, ну, интересовались, то есть тут кто-то, кто тупой совсем, кто не знает, как, чего там, лаги, я не знаю. Как сделать, чтобы вы отбежали от ловушки? Это первая фаза. Тут по КД повторяются два действия. 15 секунд. Каждый появляется ловушка. Кидается на одного из случайных из 25 и одного случайного игрока. Я могу сказать, ребята, ДБМ, облачко над головой на том, о ком кидается, вы примерно уже видите, где вы стоите. Просто вы понимаете, что вот где сейчас облачко, ну, человек сказал на мне вот эта херня, вы понимаете, что вот там лужа примерно вот этому расстояния. И просто от него отбегаете. Все. Включайте все. Включайте все текст в облачках, чтобы вы видели черное облачко, интерфейс, нажимаем, блядь, быстро, общение, блядь, сообщение вот в облачках, вижу. Вторая сверху хуйня. Да, я вижу, да, человек, вот на ком он кричит, и я от него отбегаю ровно то расстояние. Должна быть у всех... Стрелку показывает, куда бежать. Да, и стрелку показывает, но это уже так. Разуйте, ну. Разуйте глаза, блядь. Отбегаем дальше, чтобы не улететь. Если какой-то... Может даже человек не долбоеб. Человек может просто вылететь. Так он умрет. Каски раздай, шепер. Он умрет один. Лич уже вон сейчас через... Через 5 секунд лич запустится, нахуй. Быстрее все даем во время боя прям. Не ебланьте, нахуй. Сейчас глазами смотрим. Можете не бить первые пару траев, нахуй. Научитесь выживать. Можете вообще стоять, нихуя не делать. Смотрите, нахуй, что происходит. Ловушка секунды, нахуй. Разуйте глаза, блядь. Пробегаем. Человек, с которым ловушку видите, убегает. Следующая ловушка с чумой. Чуму на себе тоже ищем, блядь. После заражения ловушка с чумой. Пробегаем. Ловушка, я так понял, там возле протопала. А, нет, вот. Отхуярим. Ловушка секунда. Пробегаем. Чума секунда, ловушка 2. Пробегаем. Чума на водиконе. Чума в рейде, блять, на вурдалаке, нахуй. Ловушка секунда.
пробегаем. Ты проводишь тоже, смотри, чтобы люди до тебя добежать могли. Чума с ловушкой одновременно. Пробегаем. Чума на притоне. Не проводи так далеко, Рарник. Они до тебя хуй добегут, блядь. И не убей рейд взрывной волной. Ловушка, секунда. Пробегаем. Лишний раз постой. Там надо в рейде где-то, я хуй знает, искать или... Ну ищи, ну, вурдалаков ищи, перебирай. Ловушка, секунда. Пробегаем. Чума на Эй. Вот это как раз та, которую вынести надо. Трел Тони. Норовись. Вы хуй выносите, да? О, блядь, сдох. Пробегаем. Заново чуму выносите. Вон она, чума. Ловушка, пробегаем. Кто переагрил? Ну кастует, я нихуя не могу сделать. Ловушка, секунда. Мара, есть? База пошла. Пока нет. Чума есть у тебя? Да, это есть. Это в рейде еще есть. Все, это... Бьем. Там в рейде нету? Не знаю. Нет, в рейде нету чумы. Все, жди, пока вурдалак сдох. Там на пулы есть какие-то? Да, ну, залейте. Это группа паладин. Заклейте его, ману. Совы с кубиком на голове, нахуй. Это замена бидона. Значит, резать будет злобный, когда придем вниз на заражение, не встань. Я понабираю игру, потом перехватишь. Хотя у меня лагает, пиздец. Пера. Короче, забирай. Забирай. Ага. Шарик убейте. В центр идем. Шарик быстрее. Центр, центр, центр. За спину ключу встаем. ДПС по валькам. Воспринение опять. Из подвалик через 2 секунды выходим. Все, выходим милики из подвалик. Подвальками лужу нельзя разливать. 3, 2, 1. Все, валик бьем до половины хп, чтобы они людей отпустили. Пиздец. У всех такие лаги, нахуй, как у меня. За спину зайдите. Так. О, это я разрешение сделал после вчерашнего меньше. У меня лучше стал. Ну не знаю, у меня висит, нахуй. Ну топа экран. Вальки одновременно сделал. С... Осквернение. Вальки одновременно с осквернением, смотрите. Плохо, плохо. Ну ты кто в центре его налил? Я что ли? Замедляйте, замедляйте. Стан, стан. А, ну блять, с такими лагами, конечно. Сейчас осквернение ждем. Ждем осквернения. 5 секунд. Сейчас лужа пропадет в центре. 4, 3, 2, 1. Центр. Короче, центр. Говорите там, потому что у меня... 4 секунды. Ближе к центру, встаньте, ближе к центру. Только в центр не заходите. Все, в центр можно. Пропало. Пиздец, нахуй, я хуею, блядь. Осквернение 5 секунд. Осквернение 5 секунд. Да, лужу, вот хант, лужу поставим. Осквернение, разбежались. Дамажьте, дамажьте. Бля, кругляшок. Кружок заебали.
Быры есть, лестница. Если стрим вырублю, может поможет. Че, валькиры будут? Поближе к центру. Да прям в центр поставьте его. Вот сейчас направо полетят. Все, разбежались, они. В злобного кто-то ресните. Кто-то один, не вдвоем. Не. У меня вообще там висит. Заражение. Да, заражение убило. Так, надо... Там что, замедляющая способность? Что, у магов есть, у кого? У варов? Что, у кого? У ханта. Хант лучше. Я каждую трапу кидаю. Да-да. Я еще и этот контузию еще даю. 4000 пинг, нахуй. Пишет. Сука, пидоры сирусовские, нахуй. Говно, блядь. Не знаю, нахуй. Это не комп, нахуй, виноват, нахуй. Это виноват, это говно ебаное, этот сервер ебаный. Спасибо. 5000 пин. Я думал, знает, у меня задержки 70 стоит. Ну видишь, у тебя одного так хорошо. У всех может дать лагать периодически. Сейчас перезапущу игру. Может поможет. Пять минут перекор, да? Войт, сколько минут перекур? Ну, пару минут. Окей. Попробуй раутер ребутнуть. Маги, поставьте столик, а, пожалуйста. Кто съебался жарить. Я даже не знаю, ханта просто. Или кто играл на ханта. Нет, то, что кидай. Рогу можно перекинуть билд, и будешь стопать валькир на 70%. И один крен тут неудобно стан закидывать. Не длиннее 50, они не полетят. Ну, хотя бы 50. Но это опять же 5 минут. Ну, там лужа у ханта полтинник. Полтинник, по-моему, и лежит. 50% замедляет. Ну и КД на нее почти. Мне хватает ее на каждую вальку кинуть. 30 секунд КД. Народ, а какой аддон, который в середине прямо кулдауны, вот эти станы прямо высвечивают? Как он называется? Lost Control? Да. Угу. Ну, есть тут в интерфейсе он. Окей. Ну просто чтобы в Diminution два стана не давайте сразу. То я смотрю, пока это, блядь, там найду стан или внутри. Не настраиваюсь. А, ну ты, наверное, про другое говоришь. Посередине ты имел в виду на цель? Да, да. Ну, на цель. Ну, просто Lost Control тоже посередине. По тебе показывают. Я просто забыл, как аддон это. Ну... Над целью, над фреймами я знаю только какой-нибудь плейдбафс или TD-плейтс. Роги должны знать, я у них 100%. Ну, а ты говоришь про Diminution, это отдельно Diminution. Не, не Diminution, но чтобы в концу, то есть стан прошел, второй стан ну, дать, типа а не два раза. Да. Я понял. Плейдбафс, наверное. Ну, либо плейдбафс, либо TD-плейтс. А TD-плейтс тебе изменит фреймы. Не, он там простой был аддон, прям в середине. То есть ты когда бьешь в цель, да, и прямо над ней или рядом, то есть прямо
Какой бас? Какой знал? Какой бас над фреймом? Над хп-баром. Да просто легко будет отслеживать это все. Да-да, где лицо именно. И круг такой идет, секундами сразу видно большими цифрами. Ага, спасибо тебе. Заебал дебаг этот, пиздец. Я за камп как-то переспазил лича, блядь. Входящего хила на 20%. Есть портал в Агримар? Кстати, хватит, нет, я не помню. Да, сейчас гляну. Дополнить. Пойдем поставили портал. Там, по сути, просто от ударов они будут станется автоматически. Петрик, ты еще это на воде. Можете самонить Седжу. А от Вира, интересно, не будет станется, по сути же, да. Станется? Не станется, там замедление очень сильное у рога. Ну, на 70%, да. Но Вир же раскидывает яды, все равно.
Ебланы, блядь, дауны, сука.